Знаешь, никогда не задумывалась над тем, есть ли у меня осознанные бренды в гардеробе. Наверное, потому что их мало, или потому что это только сейчас становится модным, что ли, вообще об этом задумываться. Вот. Так что не скажу, есть ли у меня в гардеробе такие бренды. Вещи обретают в моем гардеробе вторую жизнь. Я обязательно их сдаю в комиссионку или людям, которые больше нуждаются в этой одежде. Вот, так что я считаю, что правильно не выбрасывать одежду, а ее кому-то передавать дальше. Я, наоборот, стараюсь потреблять осознанно. И в моем гардеробе в основном одежда, которую можно комбинировать, или в основном это очень много платьев, если так можно сказать. Но большинство это, конечно же, одежда, которая подходит под разные события, под разные случаи жизни, для того, чтобы минимизировать потребление одежды. Я точно за то, чтобы бренды думали, из чего они производят свою одежду. Готова ли я за это платить больше? Может быть. Для меня главное, на самом деле, качество. И второе – это миссию или ценности, которые несет бренд. Вот я, наверное, покупаю вот это в первую очередь.